Всем доброго времени суток. Вы на канале «Калейдоскоп Вестей». Печальная новость пришла из Москвы. Сегодня, 22 февраля 2021 года, СМИ сообщили, что на 75-м году жизни умерла заслуженная артистка России Екатерина Градова. Смерть актрисы подтвердила ее дочь Мария Миронова. «Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни. Сердце разрывается», – написала она на своей странице в соцсети. Обстоятельства смерти пока неизвестны. Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы театра имени Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Окончила школу-студию МХАТ. В начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Однако всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме «17 мгновений весны». Также артистка сыграла в таких фильмах, как «Маленькие комедии Большого дома», «Пеппи длинный чулок» и «Место встречи изменить нельзя». С 1971 по 1976 год Екатерина Георгиевна состояла в браке с актером Андреем Мироновым. Их единственная дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино. Приносим соболезнования родным, близким и коллегам актрисы. Если вы тоже помните и любите фильмы с участием Екатерины Градовой, поставьте лайк и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем здоровья и удачи!